Здравствуйте, коллеги. Добрый день. Мы показали, как проводить процедуру лечения на аппарате Lumenis M22. Хочется отметить, что у пациентов с упорным течением мейбомиевого блефарита полезно после процедуры провести легкий массаж для того, чтобы еще более активно эвакуировать содержимое желез. Но вот чего нельзя делать точно? Безусловно, следует воздержаться от этой процедуры, если у пациента есть онкологическое заболевание, если есть гиперпигментация кожи, небусы, родинки, если есть инфекционное заболевание кожи в области, где мы работаем, и при активной герпетической инфекции. Это основные противопоказания, хотя, безусловно, все нужно решать индивидуально. Вот такие условия, показания и противопоказания к использованию прибора Lumenis M22. Спасибо.